Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет обзор вот такого вот нестандартного Рину с Огненкой. Когда-то я вам показал Огненку на Рину. Талантик действительно очень хорош, так как герой себя восстанавливает. Такой же герой у нас есть и Бигфут. В принципе, и много других героев. Но чем хороша Огненка на 9-9, она дополнительно дает 40% жизни и отражает уже 50%. Это немало. Сам по себе герой танк. Огненка танком очень хорошо заходит. Единственный вариант, оно блокируется все, конечно же, как всегда, арой. Ну, ара себя убьет, если у вас будет куча героев. В общем, вариантов очень много есть. Еще один плюс, если сравнивать с ракушкой, тут 100% отражение всегда, плюс понижение входящего урона на 50, что тоже немаловажно. По ракушке могут попасть, 100% отражение, уйти обратно, либо не попасть. А тут будет всегда. Вот такая вот у нас сборка будет. Дар жизни у нас будет рунами, снимает еще дополнительно 3 бафа вражеских. Также я здесь поставил победный плюс 15% отражения, что будет еще дополнительно давать нам, ой, как отлично, пиромах преимущество. Так, давайте сейчас его протестируем изначально на рейдах. Что там у меня? Битва гильдии сегодня есть. Надо будет ее пройти. Что там у нас против нас сегодня? Топы какие-то. Гильдии в 2 раза больше. Так, 518. Вот, отлично. Может, сегодня топчик поставим. 400. Это вообще печально все. Так, хорошо, поехали. Посмотрим изначально на рейдах. Так, вот тут вот вторые эволюции. Ара есть, Купидон. Вот сейчас, кстати, будет интересно посмотреть. Вот смотрите, как Афина. Ну, все просто до свидания. Вот так вот. Неплохо. Сам по себе Рину очень интересный герой. Так что тут вот, кстати, неплохо будет найти Расту со стрелком. Если же, конечно, у нас получится. Ну, тоже есть Рину 11 скилл. Так, малыш Ник ушатал себя. Вот посмотрите, как хорошо вражеский Рину получает отражалку. Интересно, сейчас будет посмотреть, чтобы он дальше забежал. Нету смысла Рину собирать на атаку, это я вам уже показывал, так как он будет сливаться очень быстро. Такой вариант, вариант дефа, ну, как видите, налегке. Сейчас интересно, чтобы он дошел до смотрителя, до хранителя, посмотреть, как тень хрона будет убиваться. Вот тыква тут однозначно улетит. Так, Анубис. Вот смотрите на тень хрона. Что там он говорит? Всем просто до свидания. Вот так вот, ребят. Посмотрите на Анубиса. Анубис просто тупо получает жесткие отражения. Все. Жесть. Это да. Вот вам максимальная отражалка от героя. Так, поехали. Ну, тут Фрея. Фрея, конечно, его ушатает. Но опять же, Фрея будет получать обратки. Вот неплохо было бы к Махатме зайти. Так, стрелок. Смотрим на стрелка. Стрелок тоже отражалку получает, как видите, и довольно-таки неплохо. Ну все, тут жесть. Минус ворожей. Офигеть, посмотрите, что он делает. Да ладно. Минус Фрея. Да. Вот вам, ребята, Ирину с Огненкой. Вот это да. Просто тупо аут. Жесть. Ну, что я могу вам сказать? Вы сами все, в принципе, видите. Так, Афина тут. Вот, кстати, тоже есть стрелок.
Вот посмотрите, стрелок по 40 тысяч получает обратки сразу же. А если будет с руки бить? Вот, кстати, Афина. Да ни о чем. Тень стрелка сразу же, говорю, тень стрелка, тень, посмотрите, просто себя сливает. Считайте, каждый удар минус 50%. Так, ну тут охник у нас, ну тут, конечно, без вариантов, если так в лоб кинуть. Но посмотрим хотя бы. А тут любой герой, которого вот не кинули еще и под молчанием. Это нереально. Так, а что тут у нас? Стрелок, душек. Ну, поехали. Просто жесть, какие отражения тут идут. Да, вот так вот. Плюс он еще забирает энергию, отхил свой. Так, вот это интересно, интересно, Махатма. Посмотрите на Махатму сейчас. Что сейчас будет с ней? Жесть. Она себя просто слила. Я думаю, стрелок тоже сейчас себя сольет. Чем больше будет героя, у героя урона. Ну, Гаргул, давай, включись. Без вариантов вообще. Так, хорошо, в рейдах мы его потестили, побежали. На подземках проверим. Конечно, это не подземочный вариант, не подземочный герой, но очень интересно посмотреть, что же будет здесь. Сможет ли он держать урон и отражать еще дополнительно. Ну, let's go. Конечно, от стана у него защиты нет. Но посмотрим хотя бы, как он будет держаться здесь. Ну, давай, держись. Посмотрите, как отражалочки отлично работают. Ну, в принципе, тоже вариант хороший, но это не подземочный вариант, это чисто на PvP локации против героев, которые много дамажат. Так, поехали на аренку. Хочу его затестить именно здесь. Конечно, у меня тут соперников, как обычно, топовых не будет. Ну, давайте против этого я хотя бы вылетим. Поехали. Да они его, по-моему, даже пробить не могут. Не по моей силе, конечно. Противники пока тут. Урона у него в такой сборке нет. Но он ему, в принципе, тот урон и нужен. Этот герой более такой универсальный. Он отхиливает себя, снимает энергию, наносит массовый урон. То есть, в принципе, это нету смысла срину делать героя на дамаге. Я это уже показывал. Это чисто командный герой, который реально может в некоторых ситуациях вытащить все. Поехали против этого. Так, тут тоже у нас, к сожалению, не ахти. Сейчас придется, они, конечно, ушатают. Так, надеюсь, может хоть какой-то топ попадется нам сегодня. Вот посмотрите, как отражалки. Махатма, по-моему, тут просто не соперник. Так, интересно, кто же лучше, кто же больше нанесет урона. Тут, скорее всего, этого мой смотритель затащит. Да, Анубиса мы слили. Сейчас
Сейчас пойдем на PvP локации, посмотрим, что он из себя там представляет. Я бегал когда-то с ним на битве гильдии в атаке. В принципе, тоже неплохой вариант. Так, ну тут Афина, может этот со вторыми авами. Так, вот, отлично. Что там у него есть? Тыква, гаргул, там прям целый набор. Я иду к тебе. Let's go. Так, ну смотрим. Смотрим внимательно. Гаргул. Для отхила у него есть, череп есть. Череп под тыквой разогнал, слил. Если бы не череп, вариантов тут особо не было бы. Ну давайте еще разок попробуем. Валька, конечно, тоже. Вот смотрите, офигеть. Просто, блин, герои вылетают. Тень ничего тоже сделать не может. Посмотрите на его отхил. Конечно, череп тут из-за своего скилла затащит, думаю. Хотя... О, нифига себе, урон мы черепу нанесли. Да, к сожалению, черепа, наверное, сейчас больше урона будет под скиллом, чем у нас. Он все-таки разрушит. Ну, такое. Так. Поехали на экспедицию. Тоже интересно посмотреть, что он здесь сможет сделать. Надеюсь, тут будут какие-то топовые. Ну, три эволюции. Вот отлично, Асура есть. Жесть. Посмотрите, практически Асурик убился. Благодаря, конечно, тыковке. Сейчас мы обновим. Неплохо. Так, вот есть стрелок. Вот интересно будет посмотреть. Посмотрите на стрелка. Минус 150. Вот так вот. Минус 160. Так, ну тут опять череп влез. Посмотрите, как... Нифига себе. Посмотрите, что он делает. Жесть. Вот это круто. Мне нравится. Даже Бигфута слили. Отражалки. Конечно, один в поле не воин с отражалкой, но, блин. Тут у нас ничего нету, к сожалению. Тут у нас Минотавр тащит. Ну что я могу вам сказать? Реально круто. Как с восьмой он был в свое время крутой, так и сейчас, в принципе, вопросов по нему нет. Посмотрите на ведьму. Ну, она, в принципе, даже не успела, думал, успеет ударить. Просто залетел, подорвал всех. Поехали, поищем посложнее противников. Так, ну тут Фрейя опять есть. Да, против Фрейя, ну посмотри. Блин, ну круто, 2-3 таких героя, в принципе, они все сольются. Ладно. В принципе, идем в забытую. Там будет интересно, если, конечно же, опять у меня будет... А у меня не будет, потому что я на забытую забивал. И забиваю. Мне интересно в нее бегать. Идем, идем, идем. Создать команду. Попробуем нашего Рина тут.
Вот мне нравится, посмотрите, тень просто с двух тычек себя уносит. Соответственно, блин, отражалка кайфовая. Можно плюс оживу ставить. Думаю, на PvP локациях будет очень-очень интересно. Сейчас попробуем вытащить кого-то со вторыми эвами. Может, тут повезет нам. О, отлично. Блин, Афина не успеет зарядиться. Да какое? Он просто снимает тупо с них энергию. Жесть. Даже бедный череп не выдержал. Ну, неплохо. Стопроцентное отражение, 50%, это, конечно, немало. Напишите в комментах, какого вы хотите еще героя с Огненкой. Вот у меня в плане хранителя посмотреть. Там будет дополнительная жизнь. Тоже, в принципе, неплохо. Так, блин, ну дайте какого-то топчика. Может, вот этот? Ну, давайте, кстати, против Ронина интересно посмотреть. Ой, отлично. Махатма. Посмотрите на это. Просто жесть. Офигеть. Что он делает, это просто офигеть. Да, круто. Вот еще сердцеедка. Да какое тут все просто отдыхают. Череп себя убивает. Да. Все-таки я вам скажу, дар жизни рунами неплохо смотрится. Давайте еще на рейд сбегаем. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой, отлично. Огнекрыл Анубис. Посмотрите. Надеюсь, я никого больше сейчас не выпущу. Офигеть. Посмотрите на Некроса. Да, он всех тут унижает просто. Так, Асура. Вот это класс. Просто пофиг. Интересно, как Огник сможет слить или нет. Думаю, сможет. Главное, никого сейчас не выпустить сюда. И посмотрите на эти отражалки. Что это такое? Посмотрите, какой бах.
Но посмотрите, что он делает. Бугимен в ауте просто. Мы просто унизили Огнекрыла. И сейчас Асурик себя сам просто убьет. Вот это, ребят, вот это да. Вот вам тест. Один на один герой, который просто ушатал Огнекрыла. Я офигею. Да, девятая, конечно, огненка тащит. Я вам скажу. Даже офигенно тащит. Тут от хила это он, конечно, их не сольет, но один на один вы сами все видели только что. Вот так вот, пишите комменты, лайки, репостики, это просто жесть. Всем удачи, всем пока, ждите следующих обзоров.